«Единая Россия» в честь своего 20-летия запустила новый проект «Партия в лицах», который рассказывает о выдающихся партийцах. В их числе начальник территориального управления Заречье Юрий Чередниченко. В 1990-1995 годах работал учителем. 10 лет Юрий Дмитриевич был директором Зареченской средней школы. Трижды избирался главой городского поселения Заречье, а в июле 2019 года распоряжением администрации Одинцовского городского округа был назначен на должность начальника территориального управления Заречье, которое с каждым годом становится все более ухоженным и современным. Юрий Чередниченко за высокий профессионализм и трудолюбие награжден медалями, знаками и почетными грамотами областного правительства и Министерства образования, главы Одинцовского округа.